Мария Мальцева вообще художник-живописец. Для нее это первый опыт по созданию ледяной скульптуры. Архангел Люцифер, четвертый после Троицы. В исполнении художника это мужская Венера изо льда. Я обнаружила, что это совершенно волшебный материал. Ну и вообще создание ледяной скульптуры – это какая-то магия и волшебство. То есть она мерцает, лед мерцает на солнце, особенно когда солнце контражуром идет сквозь лед. Это вообще фантастическое зрелище. Последние фигурные штрихи. На создание ледяных крылатых уходит от нескольких часов до недели. На горке у Свято-Михайловского ветер. Работать приходится в критических условиях. Но некоторым участникам фестиваля не привыкать. Этот дуэт из Северска. Братья Сафроновы на заключительном этапе даже не работы, а по признанию художников удовольствие. Основная композиция ставится на ангеле, который будет стоять, держать трубу. Трубить. Два херувима, серафим по бокам, по краям, снизу, то есть стихии православные. Ну и все такие вот моменты ювелирные, как приморозка трубы, приморозка руки, такие нюансы еще впереди сейчас. Всего на площадке у Свято-Михайловского собора разместятся несколько десятков прозрачных скульптур. Еще часть на роднике имени Пригова и в здании водонапорной башни. Здесь мастерит художник из Кемерово Антон Карманов, который на этот раз решил не ограничивать себя изображением ангелов. По-простому это сфера. Это фестиваль ангелов-архангелов. Смотрел на какие-то знаки такие, которые вот там появляются, предметные такие. И там у архангелов есть такие сферы в руках с крестиком голгофским. И эта сфера – это видимо, какое-то такое архаическое представление. Так как они не смеют смотреть на Бога напрямую, то они смотрят в отражение. Это только кажется, что просто. Главная сложность – задача на концентрацию. Многотонная сфера должна быть идеально ровной. Ледяные произведения предстоит еще подсветить изнутри и 19 января в Крещение в полном блеске представить ангельскую красоту жителям республики. Елена Кернель, Илья Дерендяев, телеканал «Моя Удмуртия».